У минулым годе в Беларуси з'явилось на свет амаль 120 тысяч детей. Это самый высокий показчик за опошние 20 годов. А нараджальность у Гомельской области – наивысшая по краине. Летось у нашем регионе народилось 12 800 детей. Для поравнания, сёлета такая личба была досягнута уже у вересні. Однако при этом в Беларуси означается тенденция до позднего деторождения. Сегодня многие женщины заводят детей после 25 годов. Все частей мамами становятся после 40. Женщины желают быть социально активными, не делать карьеру и, соответственно, отодвигают рождение ребенка на более поздние сроки. И, к сожалению, это тоже несет определенная проблема. Меж тем, что год у Гомельской области повеличивается колькость шматдетных семьев. Сегодня их каля 13 тысяч. Больше, как полова народжения в области связано со з'явлением другого, третьего и наступных детей у семьи. Мама – это есть мама. Она должна носить гордо звание, это считаться матерью, потому что первый наш вздох, первый крик, первая улыбка – все начинается с мамы. Катерина Сапельникова, Игорь Марышенко, телерадиокомпания «Гомель».